Стоит на дороге на обочине мужик с коровой и голосует. Ну, стоит, голосует. Никто его не берет, в общем. Кто его возьмет с коровой-то? Тут один мужичок останавливает, ему интересно стало, говорит: «А что ты с коровой голосуешь? Ну, куда корова влезет, ты что?» А мужик говорит: «Да тут все просто. Ты меня берешь, а корову мы просто на веревке привязываем к машине. И она как бы за машиной бежит вообще абсолютно нормально. Главное веревку подлиннее взять». «Да?» Ну, мужику интересно стало. «Ну, давай сделаем». «Ну, давай». В общем, мужик сел в машину, корову привязали, едут. Там 30 километров, смотрит, корова бежит. 40 километров, смотрит, корова бежит. Дальше набирают скорость. 60 километров, корова бежит. Уже 70, корова бежит. Уже под сотку едут. Мужик смотрит, корова язык высунула. Он говорит мужику: «Слушай, мужик, там твоя корова язык высунула, это нормально, но мы уже как бы под сотку гоним». А тот спрашивает у него: «А в какую сторону язык корова высовывает? Вправо или влево?» Он говорит: «Влево». «А, сейчас на обгон пойдет».